сердце Таджикистана слышит знойные страны. Есть у них в дружбе и борьбе верный друг юный Душанбе. Таджикистан считается одним из самых древних государств в мире. На территории этой страны некогда находились известные древневосточные государства Согдиана и Бактрия. Таджикистан – самое маленькое из центральноазиатских государств. В прошлом Советская Республика – единственная в бывшем Союзе, где люди разговаривают на языке, родственном фарси – персидском. Таджикистан – интересная страна, потому что 93% ее территории занимают горы. А Душанбе – очень интересный город. Потому что в переводе с таджикского он означает «понедельник». И какая бы у вас ни была тяжелая пятница, вы всегда находитесь в понедельнике. Это край, от которого веет романтикой восточных сказок и великого шелкового пути. Здесь женщины ходят в шароварах, а мужчины на улицах режут баранов. Таджикистан – интересная страна, потому что 93% ее территории занимают горы. А Душанбе – очень интересный город, потому что в переводе с таджикского он означает «понедельник». И какая бы у вас ни была тяжелая пятница, вы всегда находитесь в понедельнике. Душанбе, на удивление, приятный город. Улицы зеленые, люди приветливые. Хотя достопримечательностей мало, и все они сосредоточены в одном месте – на центральной площади Дусте. Столица Таджикистана – Душанбе. Действительно можно считать самым красивым городом в Средней Азии. Чистый, вылизанный, ухоженный. Этот флагшток самый высокий в мире. Его высота аж 165 метров. Это выше даже, чем статуя Свободы и статуя Христа в Рио-де-Жанейро. Главной ценностью Таджикистана является его неповторимая природа. Прежде всего, эта страна известна как один из крупнейших центров мирового альпинизма. Ежегодно сюда съезжаются сотни тысяч людей, чтобы покорить горные вершины Тянь-Шаня, Фанских гор и Памира. Душанбе не назовешь туристической столицей. Ему далеко и до Парижа, и до Дубая. Но это один из тех городов мира, которые еще не испорчены глобализацией, где жизнь можно увидеть во всех ее традиционных восточных красках. Шикарный вариант для любознательных туристов. Таджики, как коренное население Таджикистана, проживают во многих странах мира. Это касается в первую очередь соседних стран, таких как Узбекистан, Афганистан, Пакистан и Иран. Большие таджикские диаспоры проживают в России, Германии, США, Киргизии, Китае и Великобритании. Всего в мире количество таджиков колеблется от 25 миллионов до 40 миллионов человек. Путешествие по великому шелковому пути и по горам Памира – это одно из самых захватывающих приключений, которые запомнятся на всю жизнь. Особую красоту горному ландшафту Таджикистана придают зеленые альпийские луга и протекающие по ним чистейшие реки. Летом луга покрываются цветущими дикими ирисами, маками и эдельвейсами. А в лесах Тянь-Шаня растут можжевельник, ели и лавр. А вы знаете, что между Марсом и Юпитером расположена планета Таджикистан? Один из самых маленьких планет Солнечной системы и названа в честь Таджикистана за вклад таджикских ученых в развитие мировой астрофизики. Душанбе, пожалуй, рекордсмен по количеству проспектов, парков, площадей, улиц, названных именами поэтов, писателей, мыслителей. Куда бы вы ни поехали по этой стране, вы обязательно встретите горы, красивые и величественные.
Таджикистан – это не только исторические крепости и удивительные места, но самое главное, Таджикистан – это прежде всего гостеприимный народ, уникальная кухня и удивительная природа. Таджики – люди с большой душой, поэтому они очень сильно любят праздники, и на любое празднество у них приглашено огромное количество людей. Я в любви признаюсь тебе, город мой.